Продолжаем выпуск. При попытке сбыта наркотических средств задержана 34-летняя жительница Павлодара. В полиции отметили, что согласно действующим нормам уголовного законодательства Республики Казахстан, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса. Оперативниками было установлено, что задержанная осуществляла сбыт высококачественных психоактивных веществ синтетического происхождения через социальные сети в интернет-ресурсах посредством осуществления закладок.